Всем привет! Сегодня у меня на обзоре посылка из Америки. Товары с Амазона. Секретные товары, которые вам помогут сокрыть от посторонних глаз то, что вы хотите сокрыть от них. Ха, логично. В общем, вот посылка. Сейчас заглянем, что там внутри. Напомню, что эта посылка заказана из американского интернет-магазина Amazon. Если вы хотите узнать, как выгодно с Амазона заказывать вещи, тогда досмотрите этот ролик до конца. В конце я все подробно расскажу и покажу, как это делается. А сейчас давайте распакуем ее. Есть контакт. Здесь сопроводительные документы. Трекинг-лист. Один. Второй. Первое, что мне попалось в руки, это процессор Intel Core i7-7700K. Почему я его заказал из Америки? Потому что он там стоит на 3-4 тысячи дешевле, чем у нас в России, в самом выгодном интернет-магазине. Это хорошая вещь, пока что мне он не очень нужен. И знаете что, я думаю, если этот ролик наберет достаточное количество просмотров, лайков и комментариев, тогда, возможно, это выльется во что-то более громоздкое и дорогостоящее. Например, в мощный игровой компьютер, который я соберу, купив все комплектующие в Америке и, возможно, даже разыграю среди подписчиков. Итак, достаем первый товар. С виду это обычная банка колы. На самом деле в этой банке колы спрятан тайник. Внешне ее не отличишь от настоящей банки колы. Она идеально сделана. Но здесь есть секрет. Вот эта крышечка, она на самом деле открывается таким образом. И тут у нас, та-дам, тайник, в котором можно спрятать что угодно. Емкость, из которой она сделана, абсолютно герметична. Здесь можно хранить даже какое-нибудь пойло для взрослых. Это необычный товар, но, блин, он сделан, похоже, самодельно, кустарным способом. Похоже, взяли обычную банку Кока-Колы, срезали эту крышечку, открыли ее, сюда поместили какую-то банку из-под пилюль или витаминок пластиковую, залили оставшееся пространство гипсом, крышку от этой бутылки приклеили сюда на термоклей. И все, эта конструкция теперь продается в Америке на Амазоне как тайник. Но тайник действительно годный и интересный. Я думаю, даже на него оставлю ссылку в описании. Сюда можно спрятать свои денежки. Валер, дай мне, пожалуйста, денежки. Этого мало, надо побольше денег. Давай немного. Вот, это другое дело. Так, скручиваем их трубочкой и кладем в нашу бутылку колы. В принципе, все. Главное ее теперь не потерять. Это самая дорогая банка колы, в которой находится 2000 рублей. В общем, тайнику я ставлю пятерку твердую, потому что его действительно не отличить от настоящей банки колы. И большой минус за качество исполнения, за кустарность исполнения. Ну, как говорится, Amazon, там может попасться все, что угодно. От качественных товаров до вот таких вот товаров ручной работы. Следующий товар у нас. Пачка чипсов Pringles. Такое ощущение, что здесь по-настоящему есть чипсы. Тайник, сделанный в виде пачки чипс Pringles. Открывается он здесь уже, на донышке. Сделан он точно так же. Срезали дно от этой пачки, от настоящей пачки Pringles. Там есть пенопласт в качестве уплотнителя. И также прилепили сюда бутылку от пилюль. Приклеили ко дну крышку. Здесь уже приклеена крышка каким-то резиновым клеем. И все это исполнено примерно так же. Открываем сюда, кладем наши денежки и закручиваем банку. Все, теперь пачка Pringles стоит опять-таки 2000 рублей. Ну, как бы на стадион таким образом выпивку проносить можно. Давайте посмотрим, что здесь внутри, есть ли чипсы или нет. Открываем. Та-дам! Здесь настоящие американские чипсы. Интересно, давно они тут хранятся? Пахнет клеем. Я надеюсь, это не чипсы пахнут, а клей, которым приклеивали эту бутылку внутрь.
Следите за каналом, если видео долго выходить не будут, тогда эти чипсы есть нельзя. Никто даже и не подумает, что здесь на дне есть какой-то ваш тайничок. Следующий тайник сделан таким образом, в виде ВД-40. Тоже ничем не отличишь от настоящего, скорее всего он сделан из настоящей ВД-шки. И также на дне здесь есть тайник, сделан точно так же. И здесь даже американцы что-то положили. Что это? Что? Я понял. То есть тайник как бы намекает нам, для чего он сделан. Вы видите, это бумажка для самокруток, для сигар, бумага. Называется эта бумажка Раста. Так, тайник сделан тоже круто. Мужики, если вы в гараже храните какую-то заначку от жены, то это идеальное место, куда можно спрятать ваши денежки. А вот этот тайник уже не так-то просто сделать, потому что он делается на заводе. Он сделан полностью из металла. И он, я хочу сказать по секрету, пройдет через любой сканер. Туда можно поместить что угодно. Его даже можно закрутить куда угодно. И никто даже не догадается, что под этой шляпкой абсолютно пустотелый болт, где спрятаны ваши кровно заработанные деньги. Откручивается он специально по часовой стрелке, и это сделано для того, чтобы вы смогли использовать этот болт как болт. Здесь есть уплотнительное резиновое кольцо. Это говорит о том, что болт водонепроницаемый, и здесь можно хранить ваши деньги, даже если вы вдруг будете переплывать через какой-то водоем. Скручиваются денежки таким образом и кладутся сюда. Сюда помещаются денежки, и все отлично закручивается. Теперь этот болт стоит 2000 рублей. Отличное решение. Просто молодцы. Этот болт самый крутой тайник из всех, которые я сейчас показал. Его абсолютно не отличишь от настоящего болта. Это мне положили от фирмы Бандеролька. Спасибо, ребята. Это какие-то вкусные конфеты. Я сейчас быстренько попробую их. Спасибо. И следующий тайник для милых дам. Это очень удобная расческа. К ней идет специальный такой чехольчик и такой чехольчик побольше. У этой расчески есть такое секретное место, куда вы можете сложить свои украшения. Вы берете этот мешочек, кладете в него свои украшения, цепочки, колечки, сворачиваете аккуратненько, кладете этот мешочек сюда внутрь расчески, закручиваете, и ваши драгоценности под надежным присмотром. Ну а этот большой мешочек нужен для того, чтобы хранить уже расческу, в которой спрятан другой маленький мешочек. Сделано это все таким образом. Как и обещал, рассказываю о том, как заказать подобные товары из Америки. Между прочим, если бы я напрямую заказывал эту посылку из Амазона, она бы не прошла таможню, так как возникли бы проблемы с тайником в виде ВД-40 или Кока-Колой, например. Но ребята из Бандерольки справились с этой задачей. Итак, заходим на сайт Бандерольки, регаемся, разумеется. Далее переходим в магазин, либо из предоставленного обширного списка, или же можно предложить другой магазин, не из списка. Находим интересующий товар, копируем ссылку и вставляем в специальную форму. Указываем все данные от размера и цвета до конкретной цены. Ребята из Бандерольки выкупают ваш заказ и собирают его у себя на складе. Делают подробные фотографии и высылают их вам для утверждения. После подтверждения посылка летит к вам. Вы можете заказать сборную солянку из нескольких магазинов, и все это придет вам в одной посылке. Это гораздо дешевле и быстрее, чем заказывать каждый товар по отдельности и платить отдельно за доставку каждого товара. Все подробности о Бандерольке вы найдете по ссылке в описании. Я надеюсь, вам понравилось видео. Если так, тогда кликайте по этим аннотациям, чтобы посмотреть мои новые ролики. На этом все, друзья. До скорых встреч!